Израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам боевиков в секторе Газа. По данным армии обороны Израиля, целью были два лагеря, объект по производству оружия и склад. Кроме того, в результате другого авианалета убиты два боевика из вооруженного крыла коалиции Комитета народного сопротивления. Как сообщают местные СМИ, через несколько часов после атаки две ракеты, выпущенные из сектора Газа по южной части Израиля, были перехвачены комплексом противовоздушной обороны.